здравствуйте. Очень рада сегодня здесь оказаться, так стремилась на этот концерт. Хочу вас поприветствовать, представить свою прелестную дочку Полину. Тоже прошу для нее аплодисментов. Ну что ж, друзья, безумно рада увидеться. Конечно, сегодня такой немножко грустный повод, но мы делаем это красиво и празднично. Вспоминаем Женечку. Прям, не знаю, слезы навернулись. Жалко, что он сегодня не с нами, но он на мониторе. Вот мы его все видим, вспоминаем, какой он был красивый, какие у него были хорошие песни. И он все равно с нами, согласитесь? Вот. Ну, сегодня здесь моя дочка, блогер, как вы видите, тоже ведет свой репортаж прямо со сцены. Большое спасибо хочу сказать Андрею Ковалеву. Первый раз у него в подсолнухах, столько слышала об этом месте. Непременно, обязательно еще заеду на какой-нибудь концерт. Андрей, держи в курсе. Андрею Разину также огромный привет. Большое спасибо вам, друзья, за вечер. Хочу, чтобы Женя запомнился нам навсегда таким, какой он запомнился мне, каким я его видела еще год назад, когда мы с ним вместе были на реабилитации. Вы знаете нашу историю. К сожалению, он ушел, но мы все остались, и мы здесь, мы вспоминаем его. Спасибо!